Счастье вдвойне. Фестиваль, посвященный семьям с двойнями, тройнями и близнецами, прошел в парке Наташинские пруды. Сообщество активных мам Люберец «Мама офлайн» в очередной раз порадовало жителей ярким праздником. Ежегодный фестиваль прошел в округе в пятый раз. В празднике приняли участие 43 семьи. Событие стало радостным как для детей, так и для взрослых. Родители отдыхали и обменивались опытом в воспитании. Дети развлекались с аниматорами. Для всех желающих прошли творческие мастер-классы. Для любителей необычных фотографий организовали специальную фотозону. Ребята получили памятные подарки и полакомились праздничным тортом.